Актерское фойе на первом этаже слева под сценой сегодня восстановлено почти в том же виде, что и в 1900-е годы. Светлые стены, хрустальные люстры, диваны из красного дерева и портреты актеров. Это первая в России галерея актерских портретов, собранная артистом Александринского театра Иваном Федоровичем Горбуновым, прообраз первого российского театрального музея. В актерском фойе в начале каждого сезона собиралась труппа, устраивались читки, и авторы от Гоголя до Чехова знакомили артистов со своими новыми произведениями. По обе стороны сцены актерские гримерные, слева от зрителей женские, справа мужские –